очень норм играет. Мне нравится. Посрал? Я помылся. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley. MTA. Так ты MTA, дурак. Самое главное, пока не видит никто. We happy? Мы счастливы? Винсент. Мы счастливы? Да, мы счастливы. Вот чем он занимается во время перерывов между контестами. Здравствуйте, я Данил Голубцов. Это мой друг Сережа Басыгин. Сегодня мы обозреваем нее. Вот она, смотрите. Обода достаточно сглажены, но при броске вы можете их погнуть. Ее стоит примерно 30 рублей за килограмм. Ой, нет, я подумал! Серег, сколько ты это делал на видео, ни разу не сделал. Наконец-то уже 2 месяца пытаешься сделать. Сейчас в обратку запущу. О! Вот это второй день квеша. Мы видим, что народу не только не убавилось, а ровно так же, как и было. То есть нормально так. Это ход. Займу очередь на проезжей части. Ведь стоять на проезжей части — это так круто. Да ведь? Скажи, что стоять на проезжей части — это так круто. Стоять на проезжей части — так круто. Люди мне подчиняются. Ладно, улыбнись ты, смотри, видишь, солнце светит, люди на квеш пришли. У меня настроение, горло болит, сегодня еще выступать, гордишься. Ты ж не петь будешь? Все равно. Конечно, улыбнись. Хороший звук. Видим здесь интересную задумку. Вот, тут когда идешь так, значит, пара, опа, дырка, думаешь, упадешь. А потом видишь, что здесь мыши бегают в полу, представьте себе. Плюс они еще подсвечиваются, как в этих жутких фильмах про злых ученых, которые над мышами опыт проводят. Одна прелесть у этих мышей, то что они постоянно загорают. 24 часа в день они загорают под утренний фиолет. Смотрите, там. Нифига. Знаете, реально злые ученые здесь живут. Буквально минуту сейчас Наталья подойдет. Это ее просьба, ей просто нужно понять, правильно мы все сделали или нет. Сейчас буквально минуту. Так, вот все, организаторские хлопоты. Я говорю, организаторские хлопоты, настройка света и прочего. Маневры. Маневры организаторские. Все для вас, зрители.
столько всего добились в мире йоинга, а чему бы вы еще хотели научиться? Джанглинг, бонсай, оригами. Стена позора. Вот. Сюда ссылали игроков, которые пороли связки. Вот. Здесь остался один человек. Я ему сочувствую. Вот он где-то кью-кью-кью-кью. Но запорол. Это вот, короче, плейлист, трек-лист. Отличная вещь, топ-жир. Превосходная вещь. Спасибо. Хочу такие же, только аэро. Да. Игорь Мишляков. Вот судья, иностранный судья рассказывает секрет пирога. Вот. Для России. Вот. А Гурев рассказывает секрет кекса. Вот. Кота Ватанабе ничего не понимает, потому что он не любит кулинарии. Он любит крутить ее, но ему нравятся эти рецепты. Всем привет, пацаны! Маги! И что, это все, что ли? Да, все. Там Будай же сказал, всем жир. Ты так и закончишь? Да. А фристайлы? Блин, фристайл посмотрели уже за 3 недели все. И как заканчивать будем? Давай вот так. Only you can to make all this world seem right. Херня, 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 херня. Окей. I went from fuck home so fucking hard right now. I put you in your place. Motherfucker, struck fuck out me coming through, pumping you full of bass. Fuck rustic, apocalyptic, fucking you in the face. Zef, cherish you, mate. Speak me fucking all night. Fuck everyone, eyes in the prize. When I go for it, jug you love. Surprise me, you fuck off and die. But I mind you of a much you suck. Everyone so fucking so. Yo, we be sick to fuck you up. Zef, that no more spit, gangster, no more income. Everything you rap about come through. If you got some freaking balls of mind, you tongue. When you rhyme on the drum, come for off a biggie smalls. I got a dog, kick him with a fucking lock of a dog. Yo, is he ready for? This whole style take over, I'll do the fucking master. My slang is banging, I'm freaking the fuck out of myself. You want my biggest fingers, buddy, when you man down, no fucking hands out. When you really need a hand, machine gun rapper. Talk about a bottom of the fucker. Yo, I'm bigger than Kuas Kumbay, some ass, a fucking puss. Na, 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 you can't fuck with this.
на свежий воздух, порадоваться жизни, посмеяться. Чтоб жир! Это ж, да, жир, здравствуйте, вот нас узнают, слава богу. Как вам контест в целом? Он прошел. Это хорошо. Этот хорошо. А прошел хорошо или плохо? И это вот там надо вернуться и спросить у officials, как им кажется. Игорь, или машина смотрит. Там есть результаты, смотрит, да? Что? Результаты. Да, да, результаты. Посмотри, да, сколько у меня отставание, какое. Баллы. По баллам. Четвертый. Ну, типа, меньше одного. Четвертый? А тут Сережа хвалится своими достижениями. Да, так, блин, я мог быть четвертым. Без палева. Третьим. Без палева. Ладно, похвалится. Fucking puzzle, вот ее английское название. Я все думал, как матрешка переводится на английский. Ну почти. Bitch is crying. Как вам контест? Все было круто. Довольны результатами? Я очень доволен. Особенно доволен за Сёшу Пелеву. Но за меня доволен? Без Сережки доволен. То, что он четвертый, бедный. Это тоже достижение большое. Леп. Хотите еще таких, такого формата контеста, чтобы были? Это будет вообще очень круто. Особенно очень приятно соревноваться с иностранными игроками. Спасибо. Вот, контест прошел. Что вы чувствуете после контеста? Это понятно. Я очень рада, что Сергей победит четвертый. А все, что задумывалось, получилось? Не все. Хотелось больше людей увидеть. Очень жалко, что люди не хотят приходить на такие мероприятия, которые мы делаем специально для вас. На такие безумные деньги. Но контест удался. Да, я думаю, что, по крайней мере, многим, кто на нем участвовал, это было приятно. А будут еще контесты подобного типа в будущем? Я думаю, что на России в этом году мы проведем Open Division. Так что соберем не меньше иностранцев, что ли. Спасибо. 1 и 2 декабря ждите. Спасибо большое. Так, собственно, это сам Гурьев, человек, который все это движение в России зародил. Еще раз поздравляем вас с днем рождения вашего проекта. Спасибо большое. Как вы оцениваете контест? Все ли, все, что хотели, получилось? Я думаю, что в итоге получилось ровно так, как мы рассчитывали, что игроки покажут действительно какой-то артистизм, будут больше делать упор на то, как они будут это представлять на сцене, как они будут подавать себя, и мы этого достигли. А в будущем у вас есть какие-нибудь еще подобные или особые проекты, которые вы хотели бы воплотить? Ну, конкретно сейчас никаких проектов нет, потому что, наверное, на этот год самым грандиозным был хоть Фоклэш. Дальше у нас чемпионат России, но это уже достаточно привычное всем соревнование, на котором мы узнаем, кто же в этом году будет лучшим в России. А поскольку Виктор сейчас в армии, то действительно интрига крайне серьезная, так как претендентов несколько. Что будет на финалах России, сейчас предсказать сложно, но то, что это будет интригующе, это точно. Все, спасибо большое, еще раз поздравляем с днем рождения вашего проекта «Гироскоп» и с окончанием 44 Clash. Спасибо. Ждем вас на наших следующих соревнованиях. Сусмо. Девочку вон ту вторую. Опа. Я третья с конца. Это хорошо. А этот лох четвертый. Конечно, стрики ты жестко играет. А это аэромобиль. Это моя машина. Машина Наташи Мишиной. Тата. Ну, давай, Сережа, итоги. Мы возвращаемся домой. Мы болтали с кучей иностранцев, вернулся очень много видео. Мы протусили там два дня. Мы ночевали у Крамарского. Он подарил мне футболку. Вот, что еще? Он об этом не знает, но он мне ее подарил. Что еще? Я неплохо выступил и в Черри, и в этом, в 1А. Занял 4-е место. Свет. Это, в 1А я вообще выступил просто охрененно, я мог быть третьим.
но ничуть-чуть не сложилось. Буквально то ли везения не хватит.